Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня поговорим о приятном, о премии губернатора «Мы рядом», а также о том, кто получил эту премию, как эта премия была, скажем так, как этой премией распорядились в наших краях, в городском округе Люберцы. И во всем нам этом поможет разобраться Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Центра культуры и семейного досуга «Томилино». Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Ну, давайте, премия, название прекрасное. «Мы рядом» – это значит, премия, мы сразу понимаем, что это дается людям, которые активно принимают участие в помощи, прежде всего, людям в том или ином варианте. Да, все верно. Вот расскажите, что это за премия и как она проходила в этом году, как сейчас принято говорить, в наших нынешних сложных условиях. Премия проходила, в принципе, как и всегда. Да, жители не только городского округа Люберцы, но и всего Подмосковья подавали свои проекты на... Оценивали эти проекты, соответственно, опытное жюри, которое уже не первый год. А проекты какие? Проекты абсолютно разные. Это и творчество, это и наука, образование, это волонтерство, это помощь людям, это патриотика, соответственно. Много всяких тем было у премии и, соответственно, много разных номинаций. Номинации были «Место перемен», да, это проект, который направлен именно на место в каком-то муниципалитете. Соответственно, «Округ перемен» – это проект, который направлен на весь муниципалитет, на весь округ. «Область перемен» – это самые значимые проекты, которые направлены не только на муниципалитет, в котором проживает житель, но и на всю область. То есть глобальный такой, да, проект. Да, это глобальный проект. Ну и кто выиграл? Победителей, из наших краев? Из наших краев победителей на самом деле много. Так. 11 числа прошло торжественное мероприятие по награждению победителей. Самые значимые проекты, собственно, которые оценил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Награждение прошло данных проектов в Главкино, да, это в Москве. Угу. Премию ввели Ольга Бузова, да, и Азамат Мусагалиев. Соответственно, это значимая премия не только для жителей Московской области, я думаю, что но и для всей Российской Федерации, потому что такие значимые ведущие, соответственно, наградили наших сограждан. Ну, Ольга Бузова в «Триумфе» здесь у нас выступала, я помню, был на концерте. Да уж, не знаю, значимо или нет, но то, что известно, это точно. Ну да. Теперь все-таки о премии и о том, что именно, ну, например, если говорить о городском округе Люберцы, что эта премия вот дает тем, кто ее выиграл, и, может быть, о ком-то вы расскажете, и как выглядит эта премия, это грамота, благодарность или это... финансовые средства, потому что телезрители точно интересуют. Я поняла. Смотрите, в принципе, премия проходила в три этапа. Так. Первый этап – это мы подавали проекты. Да, для каждого жителя эта премия значила что-то особенное, да, что-то такое личное. Угу. Я немного расскажу, да, о своем проекте. Вот потому давайте. Что на примере я же к этому веду, не могу прямо сказать. Я поняла, да. У меня проект был творческий, соответственно, я работник культуры, и проект у меня был направлен тоже на учреждение культуры. Что значил для меня этот проект? Проект назывался «Один день на искусство». Да. Это тот самый творческий кластер, который объединил в себе молодежь городского округа Люберцы, не только городского округа Люберцы, но и ближайших муниципалитетов. Мы создали некий творческий проект, некий творческий арт-кластер, благодаря которому люди из неблагополучных семей, да, это жители городского округа Люберцы, в основном это участники программы «Активное долголетие», смогли за один день в месяц освоить ту или иную творческую программу посредством мастер-классов, фестивалей конкурсов, квестов, квизов и тому подобное. Ну, то есть для каждого варианта, скажем так, населения, да, были разработаны свои программы. А смысл в чем? Это как бы художественное обучение, образование? Не совсем образование, это больше приобщение жителей городского округа Люберцы к культуре нашей области, к культуре Российской Федерации и непосредственно нашего округа. Ну вот давайте сравним. Мы же можем сравнивать, да, с глобальными, конечно, проектами. Вот есть Пушкинская карта студенческая, которая в этом году фактически появилась. Ну, есть там определенные еще сложности и до конца непонятно, как она работает. Но, тем не менее, она сделана для того, чтобы студенты, в том числе и живущие в городском округе Люберцы, могли
посещать самые разнообразные художественные центры, да, театры, музеи, все что угодно, и чтобы они, как говорится, могли позволить себе это сделать, ну, если не бесплатно, то за маленькие деньги. В данном случае речь идет о мастер-классах, я услышал слово квест и так далее. То есть это в такой в интересной, в удобоваримой форме, в общем-то, особо ничего не требуя, вы помогаете людям не просто оставаться с какими-то своими проблемами, которые существуют, и неважно, это трудности или просто, а вы их таким образом отвлекаете и создаете им иную... Досуг. Досуг. Да, все правильно. Мы, вообще наш проект был нацелен изначально на детские дома, детские деревни, соответственно, чтобы социализировать посредством культуры, да, деток, которые проживают там, и вообще приобщить их к досугу, к культурному досугу. И отвлечь, в конце концов, конечно, от да, это того, творчество. Что мы понимаем. Да. Да, конечно, это творчество в любом случае. А потом наш проект получил признание у жителей. И, вы расширили его. Да, мы просто его расширили и начали не только в детских домах и детских деревнях проводить данные мероприятия, но и во дворах, да, на базе нашего центра, потому что нам позвоняет территория, и костюмы, и оборудование, в принципе, все есть. Хорошо, поэтому но вот давайте поговорим о некоторых этих направлениях, да, просто более конкретно. Что, вот, что такое мастер-класс, как это проходило? Форма мастер-класса – это то же самое обучение, грубо говоря, да, но обучение творческое. То есть мы приглашали, назначали дату, время, место. К нам приходили жители, разнообразные жители, да, это и взрослое поколение, старшее наше поколение, это и дети, и молодежь. И мы посредством мастер-класса, что это такое? Это то же самое обучение. То есть мы научили делать какие-то движения. Это были хореографические мастер-классы, это были фольклорные мастер-классы, это были исторические мастер-классы. Но не просто, да, вот как подразумевается мастер-класс. Люди пришли, мы с ними отзанимались, да-да. Люди ушли, и мы про друг друга забыли. Нет, у нас целый цикл мероприятий. Соответственно, прошел мастер-класс, люди чему-то научились. В следующий месяц мы сделали для них фольклорный там, конкурс или фестиваль. Люди пришли, были какие-то состязания. То есть мы вы их как бы цепляли, ну, конечно, и они мы их цепляли. По паровозикам идут. Да, действительно. А так. Много возвращают? Ну, понятно, что кому-то же может не понравиться, чего уж там греха таить. Да, или понятно. Приходит много людей, возвращаются вот на второй мастер-класс, на третий? Вы знаете, да, мы ведем статистику, чтобы понимать и оценку своей работе, да, какую-то давать, и, соответственно, понимать, сколько людей мы привлекаем. Таким способом люди остаются, причем так оказалось, что мы совершенно недавно летом отпраздновали юбилей детской деревни СОС в Томилино. Так. Вот и переговорили, да, с руководством и приняли решение, что вообще психологи мамам это приемные мамы, которые принимают свою семью, деток, да, из детских деревень, соответственно, им вообще рекомендовано заниматься творчеством, чтобы снять напряжение, чтобы, да, был тоже какой-то досуг, выплескивать вот эту энергию, которая закопилась. Да. И, соответственно, мы с ними договорились, что они будут ходить к нам на мастер-классы, к нам на мероприятия, и до сих пор эти мамы, да, вот прошло, ну, не так много времени, но тем не менее мы надеемся, что эти мамы у нас останутся в центре и, соответственно, продолжат обучаться, продолжат, да, заниматься творчеством. Хорошо. Мастер-класс. Теперь я услышал такое популярное ныне слово «квест». Это что такое? Что касается квеста, то мы сделали прям действительно карту целого острова и провели как некую интерактивную викторину, некую интерактивную игру. Мы нарядились пиратами, и детям раздали карты, действительно напечатали карты и сделали наш центр как островки. Так. Подписали все, и дети вот посредством такого квеста узнавали новое о городском округе Люберцы. Им нужно было разгадать это и карту, соответственно, найти сокровища. И в конце мы подарили им бесплатную экскурсию по центру, бесплатные мастер-классы, бесплатные посещения в наших студиях. А студий у нас очень много, поэтому, в принципе, детям было очень интересно. Ну вот, смотрите, и почему, собственно говоря, премия губернатора? И почему вас отметили и отметили ваших коллег, это же говорит о том, что мало того, что мы и так живем очень стремительно, да? Да. Когда давно говорили, вот, 20 век, да, и сейчас тем более.
еще плюс пандемия, которая серьезно ударила по всем, тут тоже греха таить. И сейчас люди, некоторые смогли ее пережить, я имею в виду вот этот первый год, как бы спокойно, но все равно же догоняет вот это ощущение негатива. И поэтому вы пытаетесь сейчас создать некие такие возможности выхода, да, вот этой энергии положительной. Да, все правильно. На самом деле, вы правильно заметили, что ковид повлиял на всех по-разному. И мы в период пандемии, мы тоже работники культуры, сидели дома, также с закрытыми дверями, стенами и тому подобное. И, соответственно, пытались как-то привлечь граждан к досугу посредством тех же мастер-классов. Мы снимали мастер-классы, какие-то интерактивные программы. Также с Новым годом поздравляли каждого ребенка по Zoom, по веб-камере, да, наряжались в костюмы. И, в принципе, да, учреждение культуры – это такой плавный выход из зоны комфорта. Для нас уже сидение дома стало комфортом. Это не, понимаете, если вот сравнивают же, да, ковид, ну, неприятное сравнение, тем не менее, да, война такая, новый способ войны. То есть вы выполняли роль, которая помогала людям вот выживать в это сложное время, а сейчас появляется еще новый такой эффект, когда вроде бы мы уже, ну, свыклись, да? Привыкли к онлайну. Привыкли. Мы понимаем, что все равно жизнь будет как-то по-другому немножко строиться. И вот тут, когда вы приходите и говорите, мы есть, мы готовы, давайте отвлечемся, в конце концов, просто вот займемся сейчас каким-то творчеством, да? Это может в человеке, ну, просто здоровье успокоить его, понимаете? Да, понимаю. У нас есть люди, которые до сих пор боятся выходить. Угу. И, приходя к нам в центр, они очень так опасаются. А вот, а вдруг мы заболеем, а вдруг мы... Но мы тоже стараемся, да, мы не только работники культуры, артисты, да, там, балетмейстеры. Мы еще и психологи. Это так же, как учителя в школах. Ну, конечно, да. Мы с каждым участником студии ведем ту или иную беседу. И, соответственно, пытаемся их отвлечь от реалий. Ну, премию как-то объявили, я имею в виду, поздравили весь свой коллектив. Да, мы собрались. Действительно, это премия финансовая. Так. То есть нам не только дали, да, дипломы лауреатов, угу, но это и финансовая поддержка в первую очередь проекта. Потому что проект, он существует, но невозможно, да, на людях постоянно выезжать из этой ситуации. Ну, что-то типа гранта. Ну да, это действительно грант именно на наш проект, чтобы развиваться, чтобы можно было не только в городском округе Люберцы этот проект реализовывать, но и, в принципе, в других муниципалитетах. Поделиться, да, в других муниципалитетах. Да. Но я так понимаю, что скоро новая премия, как говорится, одна премия заканчивается, наступает подготовка к следующей. Будете подаваться, наверное, опять что-нибудь придумаете? Ну, у нас работа такая, что-то новое придумывать. Да, не стоять на месте. Да, поэтому, да, конечно, будем подаваться. Кто-то подается отдельно, да, личные проекты. Угу. Кто-то подается целыми учреждениями. Вот я думаю, что в следующем году мы будем подаваться на округ перемен. Угу. Либо на область перемен, может быть, какой-то грандиозный фестиваль придумаем, или проект, либо конкурс. Будем думать. Будем ждать. Ну, а сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Центра культуры Томилина. И, как вы понимаете, мы не можем после небольшого перерыва не поговорить о самом центре, да, чем живет, как готовится к зиме, потому что что-то времена такие сложные. В общем, мы не прощаемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Центра культуры и семейного досуга Томилина. Мы поговорили в первой части о премии, которую завоевал коллектив во главе с Дарьей, можно так сказать, да? Премию губернатора Московской области «Мы рядом». Ну а сейчас давайте поговорим просто о жизни центра. И знаете, начнем давайте с момента доковидных. Что было до и как вы перешли в нынешнее состояние? До ковидных мер, не скажу, что было лучше, было по-другому просто. По-другому? Да, у нас проходили мероприятия, да, какая-то череда мероприятий, студии работали, mm-hmm, у нас много студий в центре, и, соответственно, мы так спокойно проходили, да, из русла в русло. Вот, ковидные меры, конечно, внесли свои коррективы, внесли они сильно коррективы. Mm-hmm. У нас добавились, помимо наших основных мероприятий, да, добавились еще и онлайн-мастер-классы, онлайн-мероприятия, онлайн-концерты, онлайн-викторины. В общем, все что перешло... только могли, все придумали. Да, да, все, что только могли, все делали в онлайне. Соответственно, когда мы вышли из ковида,
мы почувствовали отток, большой отток населения. То есть, немножко не до этого населению, видимо, было, ну, да? Ну, конечно, во-первых, так, не нами. До этого, во-вторых, все-таки переживают. До сих пор люди боятся. Да, из 40 человек хора, да, хор у нас работает в рамках программы «Активное долголетие», осталось 30 человек, потому что некоторые люди уехали на дачу. То есть, мы и понимаем, сидят там, что, ждут, пока все пройдет. Когда все у нас закончится, да, отменят вообще все ограничения, все ограничения, все санкции, соответственно, они спокойно приедут и начнут жить, как жили. Ну, а вот хор 30 человек, это же какой возраст людей? Обычно в хор ходят люди от 45 лет, 50 и старше. Угу. Вот у нас буквально недавно, неделю назад, был фольклорный фестиваль большой в центре, на территории центра. Угу. И пришла женщина, и мы ее наградили в честь дня рождения, она в свой юбилей. Так. Пришла спеть песню вместе с хором. 95 лет женщине. 95 лет, фантастика. Да, действительно. И она пришла, она отсидела весь концерт. Так. Они заняли первое место. Она всех поблагодарила со сцены, мы ее тоже наградили. И она сказала: спасибо, всем желаю, чтобы и вы в моем возрасте пели. Тоже еще пели на сцене. Да, молодец. Это действительно так. Ну вот это тоже говорит о том, о чем мы говорили в первой части с вами, что когда в человеке есть элемент творчества, он очень помогает не просто работать, но и жить. Он продлевает жизнь. Хорошо. Сегодня мы живем немножко в таком подвешенном, да, состоянии. То есть, с одной стороны, мы вроде бы как работаем почти по полной программе, с другой стороны, существуют определенные ограничения. Вот. Как сегодня построена работа и чему вас научил, может быть, ковид? Ковид нас научил не отчаиваться, ведь только когда, да, первые ограничения, нас посадили дома, мы хватались за голову, потому что мы работники культуры, нам важно видеть человека, конечно, с которым мы, да, взаимодействуем, нам важно концерты, нам важно видеть эмоции, горящие глаза артистов, детей, взрослых. А когда мы сели дома, соответственно, мы ничего этого не видим. Но мы тоже выходили из этой ситуации, мы приглашали значимых артистов городского округа Люберцы, ближайшего Подмосковья, так, на интервью. Мы приглашали, снимали с ними отдельные концерты, какие-то творческие вечера. То есть квартирники такие были у вас? Да, у нас прям мы вернулись такие 90-е. Да, мы оборудовали наши кабинеты, да, для занятий со станками, с зеркалами. Мы оборудовали под прямые эфиры. И тоже нас ковид научил многому. Мы стали СММ-менеджерами, маркетологами, стримерами, тиктокерами, кем мы только не стали. Поэтому, да, нас тикток... Нас, собственно, ковид научил не отчаиваться и изучать для себя новые и новые грани. Ну и вот грани эти наверняка помогут, потому что мы же будем жить в этом цифровом пространстве, и оно будет видоизменяться, и будет очень все ближе и ближе к нам. И мне кажется, что, как у нас обычно говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Точно. И в данном случае вы можете зацепить тех людей, которые, может быть, в доковидные времена бы и не пришли. А так они видят, что вы вполне технологичны, современны, и да, там, ну, все зависит от возраста, да, кто-то поет в 90 лет, а кто-то 18 лет, вроде бы и хочешь чем-то заниматься, ну, знаете, как такой возраст, там, или в 14, но и стесняется. Как вы себя промоутируете на сегодняшний день? Как вы рассказываете о себе, с помощью чего? На самом деле, наш центр тоже не стоит на месте, и Министерство культуры нам в этом помогает, да, и, в принципе, председатель комитета по культуре нам всегда способствует в помощи, да, какой-то, не делом, так словом, в любом случае мы не остались одни, то есть, и, естественно, мы сейчас прибегаем к услугам, это и рекламы в интернете, это и Инстаграм, естественно, и вот вы правильно сказали, дети, да, в 14 лет боялись там заявить о себе, прийти на какие-то занятия, мы даже... сделали ТикТок учреждение, снимаем интерактивные видео, приглашения. В общем, стараемся идти в ногу с ТикТоком. Немножко, да, с трендами. Вроде бы немножко балуемся, но на самом деле это начало большого творческого, да, пути. Да, конечно. И мы смотрели статистику, да, Инстаграма, того же ТикТока. Раньше у нас такой средний возраст был, это, соответственно, родители этих детей. А сейчас мы видим, что и молодое поколение, начиная там от 8 лет, от 9, ну, смотря кому когда разрешили, да, телефон в руки взять, зарегистрироваться во всех соцсетях, то они тоже смотрят нас, они приходят к нам на занятия. Мы видим, что сначала наш центр был таким сбором информации для людей старшего поколения, то есть это 50 и плюс, то сейчас у нас открываются новые направления, у нас открываются новые арт-кластеры, новые творческие студии для детей от 3 лет
и, соответственно, до 15, поэтому, да. Ну, получается, что как бы закончился окончательно в 2000-х годах период вот этого советского подхода, да, к досугу, да. Вот, в котором и я принимал участие, и как участник, и тоже был, на секундочку, когда-то директором Дворца студентов. Вот, давно это было. И сейчас пришло время, да, вместе с новыми технологиями, с новыми веяниями, мы как бы не теряем людей старой закалки, да, традиционные какие-то направления, да. И пытаемся найти что-то новое, потому что ведь тут еще интересный, мне кажется, момент. Все, наверняка кто-то обрадовался, когда вот ковид, все сидят дома, все время компьютер и так далее. Но сейчас-то людям хочется выйти в живой мир. И поэтому это как раз тот момент, когда они захотят встречаться и общаться живьем. Надоело уже сидеть во всевозможных мессенджерах, верно? Да, это действительно так. Вот в 2020 году, да, ковид закончился там вот зимой, весной. Да, да. Ограничения, да, такие максимальные прям сняли. И, соответственно, люди так потихонечку начали выходить к нам, приходить в центр. И мы даже замечали, у нас прекрасная территория рядом с центром. Угу. И люди просто приходили посидеть, поговорить хоть с кем-нибудь, ну, да, то есть да, да, хоть да. Как-то адаптироваться, да, к новым реалиям. Хотя кажется, что мы раньше общались, да, никуда это не делось, но когда были ограничения, все сидели дома, потом вышли, люди так аккуратненько, осторожненько начали общаться друг с другом, а что, как, а что изменилось, и, соответственно, эти люди потом пошли к нам в центр. То сейчас, в сентябре месяце, мы уже вынуждены отказывать людям, что мы не можем вас записать в эту студию, потому что, ну, уже действительно некуда сажать даже людей. Вот, а учреждение, оно же не резиновое, оно не может максимально, да, раздвинуть свои стены и посадить детей и взрослых в кабинеты. Хорошо, тогда скажите, вот куда сегодня человек может к вам записаться? Направления какие? На самом деле у нас множество сейчас направлений. В этом году мы открыли 15 новых студий. Ох. Да, 15 новых студий. Это значит 15 человек, которые работают как преподаватели в этих студиях? Да, целый коллектив. Да, у нас руководители клубных формирований, студий, кружков. Угу. Да, мы наняли новых руководителей, соответственно, на работу. И они сейчас расширяются, они набирают деток, взрослых, молодежь, неважно, бабушек, дедушек. Мы ждем, в принципе, всех гостей, да, мы готовы пойти и расшириться, да, мы готовы выйти на улицы в каких-то моментах. Мы проводим некоторые студии на улицах, да, это пленэйры на улице, где детки в изобразительных студиях. Ну, часто тоже осень, рисуют. Зима, такой красивый период. Да, да, да. Холодный, но так. Красивый. Да, а так у нас, в принципе, ведется набор во множество студий. Это театральные студии, это и арт-мастерские. Это студии кройки и шитья, это хореографические студии, это, естественно, декоративно-прикладное творчество, да, бисероплетение, это изобразительные студии, это множество ранних творческих студий. Я уже пяток себе присмотрел. Да, это вокал и народный, и академический, и эстрадный, то есть это множество студий, не только наши. А вы в какую студию ходите? Я вообще хореограф, так. Сама по себе, я множество лет, скажем так, не побоюсь этого слова, танцевала в народном коллективе хореографическом ансамбле «Россия». Вот, соответственно, и сейчас я хожу и на вокал, и на хореографию. Чтобы держать себя тоже. Ну да, тоже в вокале делаю только такие первые шаги, а хореография, да, никуда меня не покидает, потому что, вот как вы правильно сказали в начале программы, творчество, оно же никуда не уйдет из человека. Навсегда. Поэтому, это, да, хочется. Это невозможно, да, хочется, убрать. Хочется самой, поэтому. А как найти, куда записаться, где-то у вас сайт какие-то, как вас найти? Конечно, можно забить в Яндексе, в любом браузере, в принципе, Центр культуры Томилина. Так. И будет наш сайт, будет наш Инстаграм, будет контакт, и мы готовы в принципе всех принять по адресу улицы Пушкина 34, дополнительно рассказать, показать, провести экскурсии, да, первое знакомительное занятие. В принципе, мы все это готовы, потому что мы ждем жителей городского округа Люберцы, ближайшего Подмосковья, к нам в центр на занятия. То есть мы сегодня с вами разрушили, по крайней мере, один миф, что люди ищут развлечения как-то сами, им никто не нужен, а на самом деле они все-таки обращаются к профессионалам. И это очень важно. Я вот хотел бы вернуться
к вашему коллективу трудовому? Вот вы говорите, наняли. Где вы находите таких людей? Потому что это же довольно сложная профессия, когда к тебе приходят от мала до велика, ничего не смыслящие в конкретном, да, конкретной задаче, или наоборот, приходят и говорят, я звезда, я умею петь, не учите меня жить. Вот что это за творческий коллектив, с которым вы работаете? Да, в принципе, у нас без команды мы никуда. У нас есть сплоченная творческая команда единомышленников, которая нацелена на результат, да, на достижение той или иной цели. Соответственно, это не только команда нашего центра, это, естественно, директор центра Вячеслав Александрович Сычев, который... Вот мы там приходим, творческие люди, да, и говорим, Вячеслав Александрович, вот нужно новое кресло. Вот для занятий хором нужно новое кресло. Он сидит на меня и смотрит и говорит, зачем вам для занятий вокалом нужно кресло? Я говорю, нужно, все, не можем больше без него, нужно. Он говорит, ладно. То есть в любом случае это поддержка директора в первую очередь, да, колоссальная. В втором случае это поддержка председателя комитета по культуре Светланы Владимировны Носковой, которая тоже, вот вы говорите, откуда берутся кадры. Те, кто не доходит к нам кадры, они приходят либо к заместителю главы, да, Михаил Владимирович Криворучий, который нас поддерживает очень сильно, приходят либо к нему, да, на приемы с главой, на приемы, на какие-то приемные мероприятия. То есть у вас есть ходы? Есть ходы. Вы знаете, на самом деле, мы долго их заслуживали, я считаю. Мы проводим множество мероприятий. Вот, и мы видим это по премии. Да, мы видим это по премии. И, в принципе, да, нас поддерживают. И поддержка ведь это главное, потому что не только когда к нам приходят люди, а когда их, этих людей еще и поддерживают, да, как-то оберегают, это дорогого стоит. Поэтому, да, мы ищем людей повсюду творчески. Ну что, приятно видеть в нашей студии практически лицо культуры такой, да, нашей творческой, потому что еще раз хочу поздравить вас с получением премии губернатора Андрея Воробьева, которая называется «Мы рядом» в этом году. Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Центра культуры и семейного досуга Томилина. И, как вы поняли, все работает, как вы услышали, очень много разных направлений. И если вы не убили в себе творческого человека, это я обращаюсь сейчас к взрослой части, то у вас есть шанс еще, может быть, даже и поменять свою жизнь в лучшую сторону. Ну, а родители, обратите внимание, что дети тоже могут найти и, по крайней мере, прикоснуться к разным направлениям и, возможно, тоже выберут для себя что-то интересное. Еще раз поздравляем вас. Спасибо. Спасибо за вашу работу. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.